Я это исключаю. Он, наверное, говорил иначе. Он говорил о том, что элита, которая, губернаторская элита, она должна состоять не только из представителей Единой России, но и из представителей других партий, в том числе партий парламентских, входящих в парламент, и пусть они тоже будут, будут губернаторами. Но на самом деле этот процесс происходит, потому что в Смоленске, например, в Смоленске возглавляет Смоленскую регион губернатор из ЛДПР, значит, в Забайкалье появился человек, который связан со «Справедливой Россией», он временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края, вот, и, видимо, может быть, найдут какое-нибудь место и для коммуниста, вот, думали, что это будет, скорее всего, ну, в общем, какой-нибудь, не знаю, может быть, Курск, может, еще какой-нибудь город, какой-нибудь регион. Вот, значит, поэтому это не замена, это некое расширение правящей коалиции за счет парламентских партий, за счет ЛДПР, за счет компартии, ну, максимум одно место, за счет «Справедливой России». Вот. Поэтому говорить о том, что будет замена губернаторского корпуса, не приходится.